Всем привет! Мы сейчас идем на graduation Агатиной подружки. Вот. А где это будет происходить? По-моему, в Грэмми-музее, если я не ошибаюсь. Да, мне дали камеру. Я наконец-то смогу снимать на нее. Просто эта камера, наверное, о которой я мечтала, и у ребят она есть. Поэтому сейчас будет намного все качественнее, я надеюсь. Because they also want to get in the wake of that. Success begets success with that, and saying yes begets success. Pretty close to the end, in case you're wondering if I'm going to go on. Congratulations. Да, это трэш. Мы сейчас решили проехаться по таким трэшовеньким. Нет, это элитное жилье Лос-Анджелеса. Элитное жилье Лос-Анджелеса, да. Смотрите, вот это вот у нас тут огромные мэншины. Просто вот сейчас я... На самом деле, вот этих людей не так мне жалко, как, допустим, людей, которые бездомные в Беларуси или в России, там, да, потому что я знаю, что у этих людей очень много прав, и государство им может выделять и бесплатное жилье, и бесплатное образование для детей, и еду бесплатную. Короче, у них куча всего, просто они сами этого не хотят. Да, куча привилегий, просто они сами этого не хотят. Поэтому, как бы, они сами выбирают так жить, это их выбор. Вот. Baby Spook RIP. Вот мы только что проехали и там. А сколько там машин полицейских было? Наверное, штук 10. Да, да. Они прям с оружием на них. Кошмар. С оружием. Оружие. С оружием. С оружием. Ну, это важно знать. Это надо знать, что так такое тоже есть. Ну да, чтобы никто не думал, что Америка вся прекрасная, да. Чистая, красивая. Я думаю, твой американский этот влог нужно начать именно с этого района. Посмотри. В туфлях, в штанах. Очень много бомжей с белыми носками и новыми кроссовками. Да, поэтому у них все здесь хорошо. Так, едем дальше. Но мне нравится, что здесь очень красивое граффити. Очень красиво. Прям, ну, тут реально тут талантливые люди все расписывали. Ну, серьезно. Ну, окей, у них не в порядке с головой, но они талантливые. Боже мой, тут пожарные. Вот какой-то дед. Бедный. Как себя чувствует. Видите, они могут вызвать и пожарную, и скорую. Все у них в порядке. Не, ну, обычно, когда вызываешь скорую, то приезжает пожарная. Они не пожарные. О, она на голой стоит. А, серьезно? Да. Ой, не будет. Божечки. Трэш, кач, ок. Такие вот элитные жилья, Наденька. Будешь плохо учиться. Пойдешь на скидру жить. Тогда у меня будет очень много льгот. И ты ими очень правильно воспользуешься. Да, да, я буду первой, кто правильно воспользуется этими льготами. Построишь себе здесь трехэтажную палатку. Да. Да, и значит, Скитроу пересекается как раз-таки с фэшн, так называемый фэшн-дистрикт. На самом деле это просто самый обычный американский черкизон. И здесь можно найти все. От Луи Виттона до Гуччи.
за $5. То есть я правильно понимаю, вот человек, живущий в палатке, может спокойно зайти в магазин на Gucci, там, Louis Vuitton, и его не выгонят оттуда? Ну, вообще, в теории, да, но они вряд ли туда пойдут, потому что именно вот здесь нету этих магазинов, они есть в Беверли-Хиллз. И какой-нибудь вообще сумасшедший, конечно, может завалиться в магазин, но его выгонят охранники, скорее всего. То, что здесь вот эти Gucci, Louis Vuitton, Prada и так далее, это все фейк ньюс. Всем доброе утро! Сегодня уже второй день этого влога. Сейчас буду, наверное, завтракать. Вот чайник кипит сзади уже. И буду монтировать предыдущие влоги. И, наконец-то, просто спустя, не знаю, сколько, 3 или 4 дня, как я сюда приехала, я хочу позаниматься музыкой нормально, пока ребята ушли. Они, кстати, пошли на первую свою тренировку. Они открыли школу бега. Ссылочку оставлю внизу, если вам интересно, можете посмотреть. Вот, я осталась дома, чтобы немножко отдохнуть, потому что эти дни были очень насыщенные. Я после перелета, если честно, еще даже, ну так, нормально не отдохнула. Вот, поэтому день тоже обещает быть очень интересным, поэтому не переключайтесь. Да. Я сейчас сижу, пью чаёк и монтирую предыдущее видео, которое, надеюсь, вы уже посмотрели. Вот, как-то так, сейчас 11:30, я ещё дома, никуда не ходила. Я сейчас забрала первую свою посылку здесь. Попробуйте догадаться, что здесь. Мне кажется, это очень легко, потому что я забыла, что здесь в Америке зарядки, не такие, как у нас. Да. И у меня все свои гаджеты, даже щетка зубная, которая, ну, механическая щетка, или как она, да, механическая, ее тоже нужно заряжать, а зарядка для нее европейская. Ну, штекер европейский, да? Это же правильно, штекер. Я заказала, да, чтобы можно было ее тоже заряжать. И она как раз у меня сегодня разрядилась, и как раз сегодня мне сказали, что на целых 3 дня раньше пришлют эту посылку. Поэтому we're lucky today.